В Новосибирской области очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. 405 новых случаев. Чтобы снизить темпы распространения инфекции, власти вводят дополнительные меры. Уже с этой пятницы попасть в заведение общепита жители смогут только при предъявлении QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. При этом для подтверждения личности с собой придется иметь еще и, например, паспорт. Дмитрий Белькевич расскажет подробнее. Вдобавок к маскам и антисептикам, еще одним обязательным атрибутом каждого новосибирца станет QR-код о прохождении вакцинации или о том, что он переболел. Такой QR-код можно получить на портале госуслуг. И отныне с пятницы принимать эти QR-коды будут в учреждениях общепита, услуг и других организациях. Никаких исключений, вне зависимости от ранга клиента, будь то рядовой гражданин или министр. Сегодня готовность заведения общепита к новым правилам обслуживания гостей проверил глава областного Минпромторга. Заведение проверяет этот QR-код, просит предъявить для того, чтобы идентифицировать мою личность, паспорт. По мнению владельца заведения, уж лучше введение таких кодов, нежели ограничение работы. За несколько нерабочих дней ноября, когда запретили обслуживать клиентов после 11 вечера, выручка многих ресторанов и баров упала на 50-90%. QR-коды становятся и вакцинация нормой в сегодняшней жизни, то для нас, чем раньше это будет введено, тем быстрее наш гость адаптируется к данной ситуации, получит QR-код и будет жить, наверное, привычной жизнью. В свою очередь, региональные власти призывают не игнорировать вакцинацию, поскольку это даст не только возможность свободно пользоваться сферой услуг, но и в первую очередь обезопасит новосибирцев. Наличие вакцинированных, в первую очередь, сотрудников учреждений и гостей, то есть это такого рода зона безопасности от коронавирусной инфекции. Ну, мы понимаем, что все равно риск заболевания, конечно, есть и передачи инфекции, но он не такой массовый и не такой масштабный. При снижении темпов заболеваемости некоторые антиковидные ограничения все же могут отменить. Рассчитывать на то, что QR-коды могут в скором времени отменить, не приходится. Специалисты говорят о резком росте заболеваемости коронавирусом. Не стоит также забывать, что придется носить везде с собой и документ, удостоверяющий личность. Иначе ни поесть, ни провести время в любимом заведении у вас не получится. Дмитрий Белькевич, Алексей Зубило. Новости УТС.